LG H818P Hard Reset. Инструкция подойдет к большинству LG современных. Чтобы сделать сброс настроек, нужно зажать комбинацию клавиш минус и питание. Что делать дальше, я покажу. Значит, зажимаем ему, то есть он должен быть заряженный, выключенный. Зажимаем минус и питание. Как только загорится логотип LG, вы минус продолжаете держать, питание отпускаете и тут же зажимаете, а минус все это время держится. Значит, еще раз. Минус и питание. Экран загорелся, минус держу, питание отпустил, тут же снова зажал. Загорится вот такое меню с двумя кнопками «Да», «Нет». Выбираете ему «Да». Так, сенсор не работает. Значит, опускаемся кнопками громкости вниз до строчки «Yes». И нажимаем «Питание». Он спрашивает, вы уверены? Да, нет. И еще раз ему «Да». Телефон сбрасывает свои настройки. Сейчас немножко что-то призадумался. Сейчас, видимо, чуть-чуть подумать ему надо. В общем, он дальше будет делать сброс. После этого минут 5-10 включаться, сбросит свои настройки, будет чистый, как с витрины. Два момента, которые нужно знать перед всеми этими сбросами. Значит, первый... Так, что он там задумался? Пошел. Надо было полежать мне чуть. Значит, два момента. Первый момент. Если у вас какие-то серьезные проблемы, то есть серьезные вирусы, Google аккаунт, еще что-то такое, то этот сброс его не уберет. Этот сброс решает лишь мелкие проблемы, мелкие вирусы, мелкие ошибки приложения, остановки приложений, какие-то графический ключ какой-то, там что-то по мелочи. Для чего-то более серьезного нужна прошивка. И второй момент. Перед тем, как делать любые сбросы, прошивки и так далее, нужно выйти из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, кнопка с тремя точками в правом верхнем углу, удалить аккаунт. Если этого не сделать, то после следующей перезагрузки, либо следующего включения, он начнет просить старую учетную запись Google и пароль от нее. Если вы их не знаете, он будет сработать ФРП блокировка Google, он будет просить старую учетную запись. Вот, и только в сервисный центр идти, либо пытаться самому разблокировать. У меня там есть плейлист на канале ФРП Google, там искать способ. Но не на все аппараты он есть, на всех аппаратах самостоятельно все это получается. Поэтому иногда приходится идти в сервисный центр, там понадобятся документы, и это дополнительные траты. Поэтому проще выйти перед сбросом, перед прошивками из учетной записи Google. И, в принципе, все. Как бы вот я ему нажал Yes, чуть-чуть подождал, он перезагрузился, сбросил настройки. И сейчас я ему произведу первые настройки, Wi-Fi и так далее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.